Вот еще нашел разных досок. Везу их в землянку. И вот так вот каждый раз, когда еду туда, по чуть-чуть беру. По одной, по две. Если мелкие, то там по пять, по шесть. Крупные по одной-две. Сегодня хочу сделать козырек, хотя бы временно его накину, потому что еще надо будет вентиляцию оттуда и туда окно вставлять. Потом уже закопаю основательно, когда все сделаю. Сделал я козырек, не знаю, нормальный, ненормальный, что-то мне не особо нравится, надо еще подрезать вот тот край, не подрасчитал, торчит сильно. Вот так вроде в целом пойдет, еще надо одно бревно сюда положить, не хватает. В общем, ребята, сделал козырек, ну или навес, не знаю, напишите в комментариях, как. Может быть, по-другому надо было его сделать. Я сначала хотел сделать вот такой вот, вот чтобы, а потом передумал, в общем, думал, нет, сюда можно там дрова складывать, там еще что-нибудь, и решил вот так вот сделать. С каждой стороны по два бревна постелить. И сверху бревна. Ну, в общем, как-то так. Ребята, в общем, тестирую печку. Затопил ее, в землянке тепло, это кайф, дыма нету, все нормально. Вот можно посмотреть по фонарю. Ну, если был бы дым, я спокойно тут не сидел бы. Так, давайте посмотрим, что там идет у меня. Что там творится? О, супер, огонь горит, греет душу. Нигде ничего не дымит, все нормально, только печь надо подмазать, конечно. Она вот так вот растрескалась у меня. У меня уже сил сегодня нету. В общем, в землянке тепло. Это радует. Теперь надо будет заняться нутрянкой. Все это заделать.
полы сделать, дров заготовить, порядок навести. Отлично. В земляночке тепло. На улице плюс 5 вроде бы. Что-то такое. Пара изо рта нету. Вот так вот горит огонь в печурочке. Дверца горячая. Можно вот так вот оставить. Чуть-чуть так пусть поддувает. Ну, в общем, печка работает, ребят. Я переживал, что не будет работать. Она у меня первый раз, когда начал тестить, ее задымилась сильно. Но, видать, все сырое было. Первый тест такой неудачный. Расстроился чуть. И плюс еще вот это вот забыл закрыть. Поддувало. Сейчас закрыл поддувало и вообще супер стало. Убираешь кирпич. Прям дым начинает валить сюда. Вставляешь кирпич. Все, дым ведет весь в трубу. Соответственно, в землянке сидеть приятно. Дыма нет. Тепло. Надо теперь ее просушить конкретно. Вот такой вот вид внутри землянки. Здесь я еще пока думаю, что мне сделать. Все, вот тут вентиляция. Он идет. Да, идет вроде. Вот, ребята, сегодня еще с собой зацепил пару досточек. Ну, не пару, чуть больше. Я решил по пути собрать немного бересты. Для растопки печи. Это будет супер растопка. Что же я сразу не догадался. В суматохе и забыл про нее. Вот. Что-то сегодня ветер разыгрался сильно. Прям приличный такой. В общем, ребята, решил я попробовать сегодня замаскировать землянку. Набрал вот мха, травы с землей. Сейчас попробую аккуратно разложить. Посмотрим, как будет получаться. Так вот я снимаю почву лопатой, вот так вот подбиваю и заворачиваю рулоном.
что же, ребятки, вот так вот у меня получилось. Я думаю, неплохо. Потратил 3 часа времени на это дело. Так что так вот. Пишите в комментариях, кому нравится, не нравится, что думаете по этому поводу. Еще нужно будет вот этот вот песок замаскировать. Вот еще часть землянки достроить. Козырек нужно там доделать немножечко и засыпать также. Супер. Надо побольше заготовить. То завтра обещают дожди. Пока все сухо, надо делать. Ничего себе. Размаху дал. На армутках разлетелись. Надо убрать дрова, пока не начался дождь. Сегодня обещают
где-то через час-полтора дождь. 40% вероятности, возможно, не будет, но все равно нужно убирать. В общем, внутри у меня места мало, все нужно убрать. Срочно нужно делать полы и убрать бардак там весь, тогда будет комфортно. И будет куда дровишки аккуратно складывать. А сейчас пока как получится. Ребята, решил я одеть вот такой вот зонтик на трубу и закрасить его краской в этот цвет. Вентиляцию тоже, пожалуй, покрашу. Конкретно зажало. Конусом тоже не так просто пилить. В общем, ребята, вот так вот я спилил конусом. Для того, чтобы был немного хотя бы покат какой-то, чтобы вода сходила. И, соответственно, этот полиэтилен легче ляжет на эти бревна. Потому что я укоротил
тот раз он был в натяжку прям сильно. Сейчас более-менее полегче. И потом тут хорошо присыплю здесь, чтобы вода меньше попадала. Так, ну, в общем, вот так вот получилось у меня сегодня. Работы, конечно, сегодня прилично сделал. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Не знаю, как вам, но для меня показалось сегодня, показался день тяжелым. Обработал бревна антисептиком. Вот они поменяли цвет. Голубоватого оттенка стали. Сейчас накрою полиэтилен и пойду домой. Все, ребят, не прощаемся. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Жду вас в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. До новых встреч!